Друзья, сегодня мы находимся у памятника работникам милиции. Именно так каждый николаевец представляет себе этого самого работника милиции. Но грядет реформа, и совсем скоро в городе появится новая полиция. Давайте в сегодняшнем выпуске порассуждаем на тему того, как же эта новая полиция будет выглядеть. Друзья, каждый из нас знает, что у каждого работника милиции есть дубинка, но с приходом новой полиции основной инструмент сменится, и это будет селфи-палка. Для того, чтобы новая полиция сразу же в социальных сетях могла рапортовать о проделанной работе. Кстати, я могу, в принципе, идти работать в новую полицию, потому что с этим предметом я на «ты». Новая полиция, новая форма. Наверняка у многих вид работника милиции вызывает страх. И подсознательно ты начинаешь думать, а вдруг я что-то сделал? С приходом новой полиции все эти страхи будут развеяны. Ты заходи, если что. По заверению вышестоящих органов власти, новая полиция будет не только компетентней, но и более вежливой. И я уверен, что настольной книгой каждого работника новой полиции будет не кодекс, а правила этикета. Уважаемые николаевцы, совсем скоро в городе появится новая полиция, которая будет стоять на страже нашего города. Ну что ж, а мы коллективно будем им помогать. Друзья, совсем скоро эти самые лавочки станут безопасными не только днем, а и ночью, ведь новая полиция будет работать круглые сутки. Ну, по крайней мере, мы на это надеемся.